Так есть проблема или нет? Старые добрые группы продленного дня в российских школах стали платными. Общественные организации бьют тревогу. Это первый шаг к платному образованию. А депутаты Госдумы мониторят ситуацию по стране, и наш регион у них на особом контроле. В Ивановской области почти в половине школ есть группа продленного дня. Это 132 учреждения, и только в 26 из них продленка платная. Все в рамках закона. Закон об образовании разделил услуги, которые предоставляет образовательное учреждение, на две – образовательную и услугу по присмотру и уходу за детьми. Что касается образовательной услуги в рамках стандарта, она, безусловно, бесплатная и в дошкольном образовательном учреждении, и в общеобразовательном учреждении. А услуга по присмотру и уходу за детьми предоставляется за счет средств родителей. Это касается детского садика. Уже давно родители привыкли, что они вносят определенную родительскую плату за эту услугу. И это отчасти теперь касается и группы продленного дня, поскольку эта услуга не образовательная, а услуга по присмотру и уходу за детьми. 21 школа в Иванове и 5 в Тейкове собирают с родителей деньги за дополнительный присмотр за детьми. Другие учреждения обходятся своими средствами. И дело не в жадности отдельных директоров. Просто в некоторых школах групп продленного дня много, а педагогов мало. К тому же бюджетное финансирование этого вида деятельности не предусмотрено. Иногда потребности родителей превышают возможности школы. Например, в городе Иваново есть школы в центре города, в которых запрос на группу продленного дня настолько велик, что приходится открывать 3, 4, 5 групп продленного дня. И найти такое количество свободных педагогов, которые бы во второй половине дня, ну практически в начальной школе, это с 12 часов и до 6 вечера, брали на себя эту нагрузку, практически невозможно. В таких случаях у департамента образования к школам есть рекомендации. Изыскивать внебюджетные средства, делать хотя бы одну группу бесплатной для малообеспеченных семей. В 7-й школе города Иваново вся продленка платная, на 25 до 30 рублей час. Но есть и бесплатная внеурочная деятельность, 8 часов в неделю. Пройдя занятия по внеурочной деятельности, их забирают родители, они уходят домой. То есть у кого-то не востребована эта услуга, но часть детей, большинство, кстати, детей, у нас таких групп 10, остаются в школе до 15 часов. И две группы до 17 часов. Но, естественно, что родительская плата за это есть. Но и школа изыскала возможность, мы большая школа, у нас часть, естественно, достаточно, вот я уже говорила, и проплачивается из бюджета. То есть у нас такое смешанное финансирование. У 4 Б платная продленка начинается с 14 часов. Между основными занятиями и платными есть внеурочное время. Это занятие у нас продолжается до 2 часов. Вот с 13-15. Затем у нас есть перерыв. И после перерыва у нас уже переходим мы на платные услуги. То есть уже переходим к неурочной занятости. Это уже связанное по договору, по заказу родителей. У нас сегодня еще запланирована занимательная математика. Для учителей ведение группы продленного дня – это дополнительный шанс заработать. В среднем получается около 5000 рублей ежемесячно. Среди родителей сильно недовольных тоже нет. Все понимают, платить за целый день в школе – это нормально. На горячую линию в департамент образования в этом году не поступило ни одной жалобы касаемо этой темы. В принципе, да, я бы сказал, что данный вопрос раздут, и вот для какой цели неизвестно, потому что он у нас идет еще из советской эпохи групп продленного дня. Для нас это все естественно, и те родители, которые на сегодняшний момент имеют и воспитывают своих детей, они знали, что это такое. Вот. Другое дело то, что не совсем, конечно, удобный вопрос, касающийся оплаты. Да? Вот. Ну, для родителей, конечно, в идеале, если бы это было бесплатно, это было бы прекрасно, но в то же время все понимают, что на сегодняшний момент бесплатно не всегда является хорошо. Впрочем, приравнять продленку к образовательной, а значит бесплатной услуге, все-таки можно. Примерно этим и занимаются сейчас парламентарии, требуя изменений в закон об образовании. Если будут такие изменения, которые исключат статьи, говорящие о том, что вправе
взимать плату за организацию групп продленного дня в школах, вероятно, эта тема вообще будет закрыта, и тогда нам придется решать проблему, как обеспечить финансирование этой услуги, если она будет приравнена к услуге образовательной. Детально сейчас рассматривается вопрос о переходе школы и родителей к договорным отношениям, то есть права и обязанности обеих сторон будут четко регламентированы и прописаны. А это, как ни крути, уже больше похоже на коммерческие отношения. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.